Ржава. И я участвовал в церемонии, когда начинался как раз Trophy Digital, и мы отправляли в Добрый путь караван. Я, конечно, не предполагал, что мы с ним пересечемся. Это большая неожиданность и радость увидеть здесь, в столице Республики Узбекистан, этот конвой, который везет замечательный артефакт. Это трофей игр будущего, это новый формат соревнований, который был изобретен в России и по поручению президента стал достоянием всего мира. Мы знаем, что следующая страна, которая будет принимать игры будущего, это будут Арабские Эмираты в 2025 году. В 2026 году Республика Казахстан выиграла право проведения игр. И мы знаем намерение вашего президента и народа Узбекистана тоже номинироваться на то, чтобы игры будущего прошли в вашей стране. Мы благодарны Узбекистану за то, что ваши спортсмены принимали участие в первых играх будущего. И мы знаем, что руководство страны работает над тем, чтобы ваши сборные команды участвовали в будущих соревнованиях. В нашей стране мы создаем около 300 различных фиджитал-центров. Они пользуются огромной популярностью у нашей молодежи. Я уверен, что такую же работу будут делать и здесь у вас. И мне очень хочется, чтобы между нашими странами тоже проходили соревнования и по этим видам спорта.